Так, у нас мне нужен какой-нибудь пешехода, ни одного пешеходика встретить. Срочно. Так, ну, например, вот этого. Все, теперь можно ломать машинки. Угу. Получается, что... Так, монетки сейчас заберем. Так, здесь перепрыгнули. Этого съели. Так, фига, у них глаза такие большие. Так, не хватает ни одного. Так, здесь тоже не хватило, к сожалению. Да. Много зомбочков нужно. Так, здесь тоже не хватает. И здесь сколько у вас-то, а? Танков стоит. Ладно, сейчас я надеюсь. О, баллон, блин, хоть не бери его. Ну ладно. Так, вертолет. А, бомбочка. Так, спасибо. Кто-то взорвался. Так. А, все, мы так, короче, сверху просто летим, да и все. А, любуемся. Ой, слушай, это пляж. А мне на пляже нужно кого-то не споймать, да? Я так понял. Так, пляж пробежали. Блин, вот реально, ребята. К сожалению. К сожалению, делаем вот так вот. И играем заново. Мне нужно на пляже не словить кого-то. А, ну, а почем можно продать? А вы хотите продать билет за 400 монет? Да. Спасибо. Так, играем снова. Ждем на пляже. На пляже мы должны пропустить одного. Потому что у нас такое задание. Уклонитесь от одного прохожего в эпизоде пляж. Вот поэтому... А мы постоянно на пляже берем коробочку. Постоянно что-то у нас выпадает, непонятно. Ладно. Сейчас попробуем выполнить это задание. Нам нужно дойти до пляжа сначала. Так, где у нас тут? А, это пока не пляж. Это, походу, Нью-Йорк. Да. После Нью-Йорка будет пляж. Наверное. Но это не точно, оно обычно меняется. Сейчас посмотрим. Мне интересно. Мне уже интересно стало. Да, пляж. Так, здесь нужно отклониться от одного прохожего. Опа, уклонились. Выполнили задание. И на пляже обычно лежит эта коробочка. А вот еще одна коробочка. Прикинь, гигант. Мы превратились еще в гиганта. Мало того, что мы выполнили задание, мы еще в гиганта превратились. Ай, как хорошо, как хорошо. Ой, давай, 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 есть. Так, вот эти бомбочки все позрываем. Так, заканчивается, заканчивается. Все, закончилось время. Так, сейчас пока этот самый не можем мы его поднять. Самолет. Ох, машина, сука. Вон. Так, это вон сейчас сидим, спасибо. И бежим дальше. О, сколько много человеков. Так, бежим аккуратно. Так, а что там нам задание на новое дадут задание? Да, смысла бегать нету. Давайте проверим задание. Ага, забираем. Достигните результата 24 мозга. Ну, это легко. 24 мозга. Результат. А мы должны все быть живыми или просто собрать 24 мозга надо? Ладно, попробуем. А, нет, просто результат. Нас не обязательно должно быть всегда 24 бить. Ну, сейчас проверим, посмотрим. Я надеюсь, толку такую соберу. Итого уже у нас 6 зомбариков. О! Отлично. Надо побольше монет, короче, собирать. Чтобы нам хватило потом денег на всякие штуки другие. Так, ну вот, одного зомби мы уже потеряли, уже двоих. Будем смотреть. Так, это что у нас здесь? А, баллон опять. Ладно, летим. На воздушном шарике таком.
Так, монетки соберем. О, нет, вот это вот есть. Блин, одного съели, сколько потеряли, да? Потеряли больше, чем мы съели. Так, ладно. 24 зомбаря надо нам съесть. Итого 11 мы уже съели, но нас всего лишь пятеро. Не знаю. Нужно, чтобы было пятеро... О, 24, чтобы у нас живых было. Или... или мертвых. Но уже это мы не узнаем. Надо будет переиграть. Переигрываем. Надо собрать 24 зомбачка. Так, вначале так, медленно они бегут. А в конце так, быстро. Можно было бы это как-нибудь поменять местами. Так, что у нас здесь получается? 7 зомбаков, да? Это мало. О, давай автобус, автобус, есть! Еще двое, 10 уже. Тогда было 12, да, мы там этот, проиграли? А уже 12. Так, давайте с ней. О, что это будет у нас? О, НЛО, так это хорошо. Сейчас будет нам клонировать. Клонировать наших зомбаков. Так, 15, да, мало. Мало. Надо нам больше. А чё один парашютист? Их же много было. Обычно толпа такая. Ай, один упал. Вот, уже, смотри, 20. Сейчас посмотрим, будет 24, нет? 22, надо еще двух зомбаков сесть. А, вот как раз. И ачивочка, да? Есть ачивочка. Отлично. Теперь мы выполнили задание. Сейчас просто будем бегать. Да, у нас задание выполнили. О, цунами. Да, отлично. Сейчас мы будем монетки все собирать. Если они еще тут были бы денег, монетки. Нет. А, вот все, монетки, хорошо. Мне цунами нравится, вообще обожаю. Ничего не надо делать, просто стоишь на волне и собираешь людишек, монеток. Все что угодно. Так, все. Итого у нас 16 уже, ё-моё. Ну вот смотри, мы спокойно взяли 37 мозгов. Даже если постараться, можно даже 40 сделать. О. 8, еще 2 зомбака и будет 40 человечков. Ух ты, тихо. Прыгаем аккуратно. О, допрыгали, еще прыгать надо. Ах, одного потеряли. Так, ну все, один человек остался. О, что-то будет, ниндзя. Круто. Так, да, нельзя вообще вот эти... Кстати, невозможно, да? А, нет, смотри, взрывается. Да. Я думал, что ниндзя там что-нибудь делают. Нет, взорвались и упали еще все. Ладно. Так, что у нас там, ачивочку мы сделали? А, забираем. А, прокиньте один автобус. Офигеть. Это несложное такое выполнение. Давайте сыграем быстренько, автобус один опрокинем. И тогда уже точно мы, ребята, делаем еще одну чипку. Ну, либо... А, ну сейчас сделаем. Раз. Два. Две машинки. Так, автобус ищем. Так, для автобуса нужно 8 зомбаков. Как раз 8 зомбаков есть. Теперь главное не день. Ах, ты и врезался, вонючка один. Ладно, все равно еще 8.
будем ждать автобус. Это что у нас такое? А, квотербеки. Это хорошо. Теперь точно, если нам попадется автобус, мы его сломаем. Только вот и бегает он немедленно, а? Так, ну смотри, танк. Танк очень редко попадается. Когда нужен автобус, его нет. Но, где автобус, ребята? Да, сейчас все закончится, и автобус появится. Ну вот смотри. Так, главный автобус вот не перепрыгнуть будет. А где автобус? А, вот автобус. Есть! Задание выполнили. Мы даже несколько автобусов перевернем. Так, зомбарики все взрываются. Половина упала. Так. 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 Так, монетка, монетки собрали. Тут что у нас здесь? Гигант З. Гигант З. Гигант. Большой-большой гигант. Который все уничтожает на своем пути. Даже самолет. Даже танк. Даже автобус. Бомбочки. Вообще ему не страшны. Машинки тоже. Хороший, мощный такой гигант. Так, ну все. Время наше вышло. И мы прыгаем дальше. Вот автобус. Вот он танк. Сами мы уничтожаем. Ну, а машинки такие маленькие, конечно же. Самое легкое, что может быть. Да, хорошая большая такая толпа. Зомбарей. Сочная толпа. Так, и у нас есть еще НЛОшка. Сейчас будет нам клонировать еще зомбариков. Угу. О! Два зомбаря. Давай третьего, быстрей. О, третий зомбарик. Так, прыгаем аккуратно. Ух ты, провалились зомбачки. Все. Ложка закончилась. Все, все повзрывались у нас зомбарики. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ну а мы пока откроем что-нибудь. А, монетные бомбы. Ну да ладно.